Схема такая. Мы покупаем три гроба. Продав из них два, мы можем купить еще три. Покупаем еще два. Два. Продав их, мы получаем один. Мы покупаем 7 гробов. Продаем 6. Нет, 5. 5. Продаем 5. На них мы покупаем 6. Еще потом покупаем 3. И получается у нас 8. Нет. Да, сейчас. Так, нет, вот здесь. Так. Нет, вот она. Значит, вот. Покупаем 3 гроба, 5 гробов. 5. Продаем 4. На полученные деньги покупаем еще 5. Остается 6. Продаем и получается у нас экономия в 2 гроба.